Привет, короче говоря, с этого момента, вот где я с боссом дрался последним, вот эту дверь открыли, открыл. Тут вылет опять произошел, и запись накрылась, короче, медным тазом. Я был в биолаборатории, возвращался, забрал еще два наноядра. Кроме того, улучшил руки, или ноги. Ноги. Да. До плюс 10. Вот. Вообще добежал я вот до сюда, вот. Дальше даже. Блин. Вылеты эти достали уже. Здесь вот был враг, там был враг. Ну, в общем, вот до сюда я добежал. Вот. Все. Это я уже не брал. Ну, враги здесь жесткие, короче. Очень жесткие. Здесь лежит всякое барахло, типа. Trumped up little fuck. Where does he get off on lecturing us about worker rights? Unbearable. Honestly, I knew this would happen when they promoted him. Don't know what they were thinking? Hey, why not promote every dumbass on the assembly line? Pedigree seems to count for nothing these days. I heard the other dirt birds hate him too. Having him announce the last salary cut and fire that old fart was a shrewd move. Thanks for the tip. I'm gonna enjoy turning his life to shit. Some small recompense for having to deal with him. I mean, he even gets to see the executive washroom or canteen. Now I have to see his ugly mug when I eat and piss. Падла. Так, куда это ведет? Я не помню. Можно идти налево, можно идти направо. Пойду направо. Блин. И тут еще 10 тысяч проходов. Плазменный регулятор. Упс. Ох, ребята, ребята. Кто же вас научил тоннели-то строить, ё-моё. Так, что это? Извлекатель. А что такое извлекатель? А, бонус запчастей, хорошо. Ага, ну понятно. Ну хорошо. Сейчас тогда с самого начала пойду. Attention. Officer entering operations. Вау! Сколько денег-то? 114 чуть-чуть осталось. Кстати, нет. Watch your back out there. Так, а мне сюда? Или нет? По-моему, нет. Ну, нет, конечно.
The facilities are at your command. То есть. Не через босса бежать, предлагаете? Что ли? Блин, шорткат надо открывать. Так бегать сюда долго. Долго-долго. Ну, в общем, да, вот. Вот сюда я вошел. На лифт вот на этот. Что-то броня нифига не справляется. Поехали. Ура, поехали. Ну ладно, бог с ним. Здесь нашел запись и... Какой-то имплант лежал еще. Вроде бы. Ну так себе бесполезный. Самый же жесть это вот здесь. Блин. Потому что вот эта вот дранина все портит. Ладно. Дальше. Да хрен там плавал. Блин, камера. Проблема не в рогах в данном случае, а вот именно в камере. Что она скачет тут как... Ну, в рогах, конечно, тоже. Потому что они, видишь, что делают? Забыл, куда мне идти. Так, хорошо. Забирай. Самый угол надо зайти, чтобы забрать. Ладно. Эта дверь закрыта. Mm-hmm.
дрянина. Так, подожди. Я что-то обратно, что ли, иду? А, это я просто не в ту степь завернул в прошлый раз. Ой, пойду налево теперь. Твою мать! Ну, я так и знал. Left eye is blind again. What did that bitch do to me? The board has been pushing us for months at a rate that's frankly not safe. But we've been cutting so many corners to push everything through, and now nothing. We can't even get a response to even the most basic questions. And what the hell's going on in there? And many of the supervisors are pissed, and I mean seriously so. Now the board needs to get their fingers out of their butts and get back on track, otherwise we're gonna have a disaster or a mutiny. Старая знакомая. В общем, You need to leave, or I'll be forced to make you. I know you believe you have a good reason to be here, but you're not cleared for this area. I'm risking my position just talking to you. Don't you even remember me? I am not sure what you're referring to. I'm doing my job here, so don't stretch my patience. This area is under lockdown. I request you leave immediately. Look, please, my head. You need to go. We have orders to eliminate any potential threat. The girl in the server room. Trespassing. Don't want you to end up like that. Серверный. Я сейчас попробую просто уйти попробую. Identity confirmed. Посмотрю, куда приду. Это было лишнее. It's true, we have disagreements from time to time, but isn't that what being human is about? I'm sure cooler heads will prevail. That's certainly good to hear. There have been rumors about a new version of Project. Тут вот в чем дело. А, ну вообще-то нет, нифига. Если я туда не попаду, я и дальше, наверное, не пройду. Хотя, сейчас посмотрим. They're hunting me now. Wherever I hide. They're coming for me. The pain is getting worse. I don't know how much longer I can stand it. I can feel how it drains me. Not giving up though. I gotta find her. Maybe she'll help me again. I'm sorry. So sorry. Please. Please don't leave me alone up here.
Блин, там что-то лежит тоже. Они тут все с дрынами, как у босса. Ну не все, конечно. Да блин. Сервер на это, вот она. Identity confirmed. Ну да, вот она серверная. Правильно? Или неправильно? Или я опять все перепутал? Ну да, вот она. Failsafe protocol active. Log. Well, I made it. Hope you're proud. I'm part of the corporate machine now. Not exactly my dream, but a girl's gotta do what a girl's gotta do. I know people are depending on me. No longer the sponge. Now the shark. Rah! I'm not gonna let you down, Dad. I'll see this through. It won't be like the others, I promise. You're all I got now. I'm not letting you go anywhere. Best paid job for non-skilled labor on the concept. Security level clear. Access granted. Lockdown deactivated. Executive firewall reset to standard parameters. Attention. Lockdown deactivated. Please return to your designated work areas. Господи, все, столько много всяких звуков и событий на один квадратный сантиметр времени. Ну ладно. Вот. Просто если я попытаюсь с ней еще говорить, с той Ирен, она просто атаковать начнет. Ее придется грохнуть. А я не хочу ее грохать. У нее просто с головой импланты загородило. Она вообще не понимает, что делает. Вот, может быть, сейчас попробовать вернуться, или даже попозже. Сейчас пойду сначала вот этого дядьку грохну. Посмотрим, что у него там. А, ты умираешь? Ну ладно. Тоже вариант. Здесь вот что-то есть, но здесь, блин, страшно, сколько у меня хилок. Хилок нормально. Здесь неудобно биться с ними, потому что гениальные разработчики сделали там такое... Вот если вот вправо провалишься, выбраться оттуда можно только... Короче, очень сложно выбраться, и тебя валят просто-напросто. Так, это что я взял сейчас? This was to be my legacy. My name would have been etched in the history books for all time. Though now I fear I will have a less than salubrious entry. If I could pinpoint a moment that I could take it back, make a change. I still can't see it. My own hubris was my undoing.
presenting myself to the world as I wanted to be seen. No mistakes, that sort of thing won't happen under my command. Even at my age, vanity, trying to overcome the shortcomings of resolve with a quick fix patch. It's ridiculous in hindsight, but we didn't see it. How could we not see it? We failed everybody. That is my legacy. Так, или я не туда пошел? Подожди-ка. Я не туда пошел. Шорт не здесь. Хотя вот этого тоже можно грохнуть. Вот честно сказать, я ни хрена не понял из этой сцены. Вообще, то есть по нулям. Может, я такой непонятливый. Блин, оружие не то. Хотел его шашечку хотел.
Мне не дали фёшечку. Этот чувак повесился. Или повесили. Зачем-то. Что происходит? Хрен поймешь, короче. Все висят, что-то дохлые, там голограмма командует что-то всем, не командует, а команда отдает дефибрилляцией, т.д. и т.п. Я не Шверштейн, в общем. Зато я знаю, что это короткий путь. Правда, тут вражина есть одна. Так, что тут пищало? Now let me ask you a question. What is reality? Do you accept it because your senses tell you it is real? Опаньки. Because you can taste, touch, smell, hear, see it. You know as well as I that they can be deceived as easy as a lie drips from politicians. Стоп, а это что за... This world is a veil. Pulled over our eyes to blind us to the truth. Life is nothing more than an illusion, swaddling us like a child, a comforting memory of times past. And we know better than most how memory works. This is accepted as infallible truth, yet we understand the dishonesty of our own mind. We dance a frantic jig to a familiar tune, while hidden puppeteers pull the strings. The facilities are at your command. We feel safer knowing you're out there. Вольфрам 9. В общем, ни хрена не поймешь. Правда. У меня есть 4. Ну вот, да, на броню как раз хватит. Это будет сколько? Плюс 2, плюс 4, плюс 4, плюс 10, короче. Ну ладно, пофиг. Все, защита 243. Ну, наверное, нормально. И ячейка, хорошо. И здоровье еще. Лечилку дайте одну, и я прямо буду в восторге. Но нет, не дают здесь. Здоровье 60-ка, да. Ну, давай 60-ку хотя бы. Воткнем. Просто в той комнате, где Ирен охраняет, там ни черта нет. Там какая-то записка, по-моему, лежит.
Хотя, может быть... Да, блин! Умри, что ли, ты достал? Может, конечно, попробовать туда зайти, не убивая ее, просто бегать от нее, но, блин. Ой. Я про вас забыл совсем, чуваки. Блин, вы меня сейчас, конечно, тут завалите, да? Блин, с этим локом гребаным. Ну нет. С 10-й броней это не так-то просто сделать. Отруби ему! Отруби ему что-нибудь. Да-да-да, хорошо. Хорошо. В общем, ничего нового они не дропают, насколько я понял. Старье одно. Блин, ты еще откуда взялся? Ну, это не так. Во. Это другое дело. Может, у этих броня какая-нибудь крутая? Блин, чё не то сделал, что хотел, ладно, пофиг. А, и тут закрыто, да? А почему тут закрыто? Наверное, всё-таки в ту комнату надо идти. Блин, тут еще двоих добавили. Офигели? Мало вам того чувака было. Круто. И тут еще вот этот вот хрен. Эх, ты жирный какой, а? Как убить-то можно? Нет. А вот теперь да. Нет, они в Цербере все. Обломайся, Жень. Ну да, и это, короче, это на следующий уровень переход.
Так, что же делать-то? Она все еще здесь? Ну да, стоит. А пойду попробую, пофиг. Identity confirmed. Нет, она не реагирует. А, это вообще шорткат. Просто шорт. Ничего другого. Ладно, пойду угрозу устраню. Где-то я тут пропустил что-то или не здесь. Ну ладно. Так, а ты чё? Не агрессивный, что ли? Эй, парень. Куда я пришёл-то? Отсюда? Отсюда? А, вон что-то лежит. Вопрос, вот продолжать с ней говорить или не надо лучше? А если драться начнет? You're still here. You need to go. Seriously, after all I've done for you? I've been more than patient with you. If you don't remove yourself, I'll have to remove you by force. И все, и вот она драться начала. Зараза. Че драться сразу? Поговорить с ней уже нельзя теперь. Ну ладно. Я не буду тебя убивать. Иди нафиг. Я убегу от тебя. Ты плохая. Плохая девочка. Bad girl. Bad girl. Bad. Че она за мной до конца побежит? Нет? Все, отстала? Ладно, я не буду ее убивать на этом. Прохожу. Зачем? Все! Тут больше делать нечего. Следующая локация. Посмотрим, что получится. Может, она на следующей локации появится. Поехали.
Ядро. Стартовая площадка 01. I've received notification that you will be on the way shortly to deliver the package at the designated rendezvous. I will be waiting. Don't be late. Хотя, конечно, ну, я не знаю, я, в общем-то, ту локацию достаточно сильно так это изучал, вроде бы больше ничего нет. Навряд ли я там что-то не нашел. Ладно, я здесь видео закончу. Потому что боюсь опять могу зависнуть. А прошло уже много. Пока.